Исен мысы цифрда яңалықлар шығарылышы студияда Лилия Гатина олғатоба қойбір темалар турында. Шолы трамвайлары кондукторсыз үйрей башлады, мұнды өзгәрішке шолы қолқы неші қорей. 11.07 йортында біздің ешік олды республика программысы бойынша үшілер де өмейтен бірді яшаушылеріне барысы да қанағатлендіреме. Оқылар тәмамлану білен балларының бұш вақыты артты, жәйгі лагерлерді балларыны нәрселер күті. Шолы трамвайлары кондукторсыз үйрей башлады. Электротранспорт ұйышмасы эксперимент өткере. Мұның үшін 6-ші һәм 7-ші маршрутлар белгіленді. Юл бейесін трамвай үртуші қабыл үйтем. Мұнды өзгәрішке шолы халқын іші қарай. Трамвайлар келешекте кондукторларсыз үйрей олар мекен. Біздің ижат түркімі білішті. Как вы относитесь к тому, что нет кондукторов? Отрицательно. Вы посмотрите, какое скопление людей. Трамвайдағы ығызығы не кондукторларының болмауы нәтижесі дейді пассажирлар. Хазір транспортның олғы ішігіннен ғына шығып бола. Юл бейесін трамвай үртуші қабыл ете. Шының арқасында ұзын шыратлар хосил бола. Икінші, үшінші ішіклер пассажирлар шығып бітмеше ашылмайм. Трамвайға отыру да қиын. Зоқ уақыт урамда күтіп тұрырға тұры келе. Нужны, конечно, час пик, это когда битком вагон едет. Все же могут через диспетчер, через водителя идти. Отрицательно. Почему? Удобно же кондуктор. Подходит, берет деньги и никуда не надо торопиться, стоять в очереди. На автобусах-то нет же кондуктора. Проходим все время вперед, водителю отдаем деньги. Привыкнем мы же первый день сегодня, да, конечно, не знаем, что это такое, говорю, дверь не открывается. Человек привыкает ко всему. Зайчики ездят, которые не любители платить. Оқшы түлемеші ерушілерге қората қотғы шаралар күрілешек. Электротранспорт ұйышмасы қызметкерлері айтуынша билетсіз пассажирларына тұту бойынша мақсус контроль-ревизия қызметі ұйыштырылашақ. Кондукторсы трамвайлар пассажирлар оз болған вақыттан. Күндізгі сағат 11-ден 3-ке қадар, хәм кешкі 7-ден 10-ға қадар ерешек. Для чего это сделано? Чтобы провести, во-первых, анализ, какие пассажиры, в какое время, в каком количестве, по каким видам оплаты они проезжают. И, соответственно, в дальнейшем уже на основе анализа возможность перехода на полную бескондукторную систему работы. Кондукторлар көп пассажирлы маршрутларда ғына қолашақ. Трамвайларының көбісінде терминаллар орнаштырылған ниетлілер. Юл үшін банк яйсы транспорт картасы ярдәмінде төлеп болашақ. Мұндай система оқша иленішін кеметерге ярдәм етешекті білгішлер. Шылайық пассажирлар сонын ошықлау үшінді оңайлар. Эксперимент июн озағына қадар дәуам етешек. Лилия Хабибжанова, Эльмира Ғайнеддинова, Сергей Вильданов, яңалықлар. Шахар ешік оларының бірсінді текшіру ұзда 11.07 үртінді біздің ешік олды республика программысы бойынша үшлер тәмамланған дейерлік. Шахарның көпкіне ешік оларындағы күбігік бірді парковқы кен әйтілді, сифатлы йоқтырту қам болар мойданшыға ұрнаштырылған. Бірді ешаушілеріні борысы да қанағатлендір әмім қабарчы біз біліп қойтты. 11.07 йортында капиталь ремонт 2019 жылда өткәрілі, әмі ишіғы алды яңартылмайша қалан. Нихаят, біздің ишіғы алды республика программасы қысаларында оның территориясы түзіктендіріләшек. Бірді юл ішлерін дөліршіше башқарылды. Яңа іскемелер ұнаштырдылар. Балар үшін ойын майданшығы да барлыққа келді. Обсуждали проект. Куратор приезжал, значит. Там было много вопросов от всех домов, значит, в том числе и от моего дома было. Значит, мы согласовали весь проект, значит, и сейчас по проекту все делается. Устраивает, машины стали парковаться, все замечательно. Я никаких против не имею, я не водитель. Какие у водителей были бы замечания? Думаю, некуда уже замечания. Двор же не расширишь, правильно? А так ребята делают, молодцы, быстро, по всему городу. Ишлердің сыйфатын автомобиль юллары предприятиесі жетекшісі текшірді. Біздің ишық алды проекты шолда тиешлі дәрежеде тұрмышқа ошырылады білдірді Марат Анисимов. В 29 дворах сейчас работы ведутся по освещению. В 19 эти работы уже завершены. То есть 19 дворов у нас уже освещены и горят новые светодиодные светильники. Хотел бы сказать, что лимит финансирования 1,5 миллиарда на дорожную часть, 185 миллионов это на замену уличного освещения, 185 миллионов это замена уличного оборудования и замена МАФов. Біздің ишіғы алды республика программасы қысаларында шолда барлығы 119 йорт ишіғы алды түзіклендіріләшек. Шоларының 52-сінде ішілер өз күшіне бара. Лилия Хабибжанова, Арина Шамина, Айдар Мусин, яңалықлар.
Бұл республика программасы бойынша Ершолда 7 мектеп ашханасы яңартылашақ 6-ші, 40-ші, 44-ші, 45-ші, 53-ші, 54-ші, 78-ші ғымыми білім беру учреждениелерінде озық түлік блокларын капитал ремонтлау күтілі. Бұл қақта Мәғариф идарәсі башлығы Рустам Хужин Ершолыда Мәғариф мәдәниет, милли мәсәлілер, яшләр үшләрі қам спорт бойынша дайми комиссия ұтырышында хабар етті. Шығымнар сумысы 103,800 миллион сум тәшкіл етешек. Ремонт барышында шулай ук жиһазлар да яңартылашақ. Исегезге төшерәбез, узган йыл озық-түлік блокларына капиталь ремонт 10 мектептә үткәрелгән иде. Укулар тәмамлану белән балалар өчен җәйге лагерьлар эшли башлады. Ниһаят, мәктәп яны һәм сәламәтләндерү лагерьлары да үз ишекләрен ачты. Балаларның нишек ял итүләре белән кызыксынып, безнең иҗат төркеме аларның берсенә кунакка барырга булды. Кояшқай солнышқа сілеметлендіру лагері бик матур жерде орнашқан, берді орманы, көлі де бар. Соф хауа, мұнда ял өтілеріне балалар бик шот. Тәмлі ошаталар, ойнаталар, ял өтуі рәхәт дейолар. Мне очень нравится в лагере, отдыхаю тут 6-й или 7-й раз. А мне нравятся тут очень дискотеки. Из-за этого я, в принципе, сюда и приезжаю. Мне тут нравится, что тут можно играть, гулять. А завтрак вкусно был? Чем кормили? Кормили кашей, чаем и... Хлеб с маслом и сыром. Развлечения просто море. Пожатые просто самые лучшие. Кояшкай лагеря Радуга санаторийсына кори әлі балаларының бірінші түркімі гіне келіп орнашқан. Олар 18 күн ял етешек. Жай дауамында барлығы 5 түркім бала қабыл етерге ұлайлар. Лагерда ял етешілерінің 60% шаллы балалары. Қолғанлар Алабуға, Қозан, Менделеевский, хәм республиканың башқа шәһәр районларынан. Тоже различные смены получаются, то есть это как спортсмены, которые проводят сборы, так общие творческие направленности схемы, и так мы являемся санаторием, то и по линии Минздрава, то есть тоже есть выделенные путевки от государства, то есть с оздоровлением детей. Смена «Шоумейкер» направлена на развитие ассоциативного мышления, то есть дети отдыхают по классической программе и внутрипрофильная программа. То есть каждый день у участников будут упражнения, игры на развитие ассоциативного мышления. Шолыда 51 мектеп яны лагерьда шли башладам шлых звездный, солнечный, крылатый, росинка, бумажник һәм жемчужина санаторийларда үз ишекләрен ачты. Каникулларда барлыгы 20 меңгә якын бала ял итәчәк. Алар исемлегендә ауыр хәлдә калган 300-гә якын бала да бар. Лилия Хәбибҗанова, Илмира Гайнединова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Татарстан Республикасы бойынша Роспотребнадзор идарәсе тарафыннан 23 майдан 10 июньгә кадәр балалар ялы, балалар товарлары сыйфаты һәм куркынычсызлыгы мәсьәләләре буенча гражданнарга тематик консультацияләр бирү оештырыла. Гражданнар Роспотребнадзор идарәсенең Ершолы территориаль бүлегенә 32-05-39 телефоны буенча мөрәҗәгать итә алалар. Консультацияләрне шулай кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә федераль хезмәтенең бердәм консультация үзәгендә тәүлек буе 8-555-49-43 телефоны бойынша мөрәҗәгать итергә мөмкин. Бу сезгә ишеткәрәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән мин булыгыз. Удаление родинок и бородавок от 390 рублей в Альфа-клиник. 200-222. Магазин «Поклейка обои». 1500 видов обоев различных производителей. Бумажные обои от 52 рублей. Виниловые от 299 рублей. Флизелиновые от 800 рублей. Машиностроительная 8. Торговый центр «Ансад». Код А. Питомник «Новый садовник». Плодово-ягодные саженцы, декоративные культуры, рассада крупноплодной земляники. Окрестности деревни Азьмушкино.